Барлығына белгілі, Қытай елінің экономикасы уақыт өткен сайын дамылып бара жатыр. Менің елім Қазақстан, Қытай елімен сауда экономика қатынасы өте жақсы жайда. Болашақта мен де осы екі елдің қарым-қатынасына өзімнің үлесімді қосқым келеді. Это Китай, это Шанхай. Первый же день моего прибытия в страну Поднебесья, Китай, он очаровал меня. Ever since I was a little child, my dream has always been to be a policeman. Dress up in the police uniform, fighting evil and upholding justice. It's so awesome. Менің арманым білімді, қабілетті, талапты заңгер болу. Қытай маған ең үлкен мүмкіндік беруде. Мен ойлаймын, неге мен Қытай Халық Республикасына келіп, заңгер мамандығын оқымасқа? Сол себептен мен Шанхайға келдім. Поэтому я приехала в Шанхай. So I came here. 所以我来到这里。 Шанхайский политико-юридический университет расположен у подножия горы Шишань. Был образован в 1984 году. Является одним из самых красивых пейзажных университетов города Шанхая. Học viện Chính pháp Thượng Hải luôn khuyến khích phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, nêu cao tinh thần học tập, gắn liền thực tiễn, đề cao tính ứng dụng. Không chỉ có vậy, đây còn là chiếc nôi bồi dưỡng những nhân tài, năng động, sáng tạo, có trình độ cao về các chuyên ngành khoa học xã hội. Bizim Shanghai Siyasattanu jana Okuk Üniversitesi'nde jalgısından 12 fakültet var. Ошол 12 факультеттин ичинде 30 абдан жогорку ар кандай тармактуу факультеттерибиз бар. Ошонун ичинде 7 атайын экономика багыты боюнча жана 6 эң жогорку билим берүү багыты боюнча факультеттерибиз жайгашкан. Эгерде сиз биздин университетке келип өзүңүздүн билимиңизди өркөндөтүп, же болбосо экономика жана саясаттануу тармагынан өзүңүздүн билимиңизди өркөндөткүңүз келсе, Шанхай саясаттануу жана укук университети сизди күтөт. Je suis ici en Chine, plus précisément à Shanghai, dans le cadre de mes études en master. Mon université, c'est Shanghai University of Science Politica and Law. Le président de cette université, c'est M. Liu Yungang. C'est un ancien membre de l'Ensemble National Populaire de Shanghai. Venez dans notre université et vous ne serez jamais déçus, car cette université est bien structurée et avec un corps professoral de plus de 100 professeurs et chercheurs de mérite, rien que pour la formation des jeunes étudiants en droit. Merci. Университеттің оқыту жабдықтары жоғары деңгейде толық қамтылған. Қазіргі таңда ақпараттандыру сыныптары, аудиториялар және қазіргі заманғы талапқа сай сот жүргізу дәрісханалары және тағы да басқа аудиториялардың 40-тан астамы бар. Университет халықаралық қатынастарды дамытуда көп көңіл бөлуде. Соның ішінде Америка, Франция, Япония, Гонконг сияқты елдермен тығыз қарым-қатынас орнатуда. 13 сентября 2013 года на 13-м заседании глав стран участниц Шанхайской организации сотрудничества председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил о создании Центра международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС Китая, используя эту платформу для обучения и подготовки юридических кадров. Центр международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС Китая способствует обмену опытом между служащими правовых и исполнительных органов, а также способствует сотрудничеству стран-участниц ШОС против терроризма. Центр занимается исследованием международного сотрудничества, объединяет высококвалифицированных дипломатов Шанхая и всего Китая, создает исследовательские группы для изучения экономического пояса «Великий шелковый путь». Создание Центра международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС Китая в Шанхайском политико-юридическом университете имеет огромное значение. Со дня образования Китайской Народной Республики город Шанхай является первым городом,
Эти высшие учебные заведения напрямую способствуют осуществлению всесторонней стратегии дипломатических отношений Китая. ในฐานะข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาทางศาสตร์คนหนึ่งที่ได้มาเรียนอยู่มหาลัยการเมืองและกฎหมายอยู่ชางไฮข้าพเจ้ามีความฝันที่ตั้งใจเรียนที่นี่ให้ดีที่สุดและกลับไปพัฒนาศาสตร์ของตนเองDans ce restaurant et comme dans tous les restaurants de l'université, il ne répond pas non seulement aux plats traditionnels chinois, mais aussi il répond aux besoins alimentaires ou aux gourmandises venant de toutes les zones alimentaires mondiales, que ce soit africaines, que ce soit européennes, que ce soit américaines. Dans ces restaurants, on y retrouve. Il y a aussi, et en plus, si vous voulez, des spécialités universelles telles que hamburger, cheeseburger, sandwich. Merci. Tout ce que vous préférez dans ces restaurants ou dans cette université, vous allez retrouver. Je vous remercie. Очень хорошая обстановка. Можно интересно провести время. Мне так нравится это кафе. Я думаю, здесь неплохо было бы посидеть в тот день. I really love sports in the school. One year and four seasons, the school has various activities for each season. It also has professional facilities, like the badminton courts, the basketball courts, and the gym. Sports in the school, number one. Join us, join Shuffle. Join us, join Shuffle. Join us, join Shuffle. 加入我们，加入上海政法学院。Join us, join Shuffle.